Урала, Ольга Каменева, Людмила Лавренова, Нина Киселева, Дарья Рыбакова, Галина Асалава, Ирина Ванькова, Анастасия Лебедева, Екатерина Гизима, Ирина Дружинина, Алена Донцова. Именно эти директора еще могут приобрести билет на ассамблею в Сочи. Как сейчас нам открыла тайну Алина, будет маленький резерв для них, если они захотят поехать. Это новые квалификации, новые наши с вами звездочки. Красиво встаем, уже приучаемся к сцене, привыкаем к сцене. Смотрим в зал, улыбаемся. У вас хорошие сейчас должны получиться фотографии. Ну и чтобы так одиноко директора у нас не стояли на сцене, мы приглашаем для награждения новых старших директоров Урала. Наталья Соколова, Валентина Нехороших, Олеся Мизонова, Елена Батова и Юрий Целецкий. И это новые драгоценные будущие директора. Вот как только покорили планку старшего директора, шагнули на эту лестницу успеха. Драгоценность не за горами. Еще у нас один старший директор. Не идет. Хорошо. Тогда у нас тяжелая артиллерия. Приглашаем на сцену нового золотого директора Урала Любовь Аликина, город Пермь. Получите за Любочку, получите. Видимо, не смогла приехать. Но мы громко аплодируем Любовь Аликиной, она услышит нас в Перми, как мы ее поздравляем. Ирина получит за нее чек и передаст цветочки. И у нас есть еще один новый драгоценный директор. У нас с вами на Урале родился новый бриллиант. Я с огромным удовольствием приглашаю на сцену нового бриллиантового директора Розалия Тимербулатова, город Ижевск. Ну и фотография с директором по развитию сети Faberlic, с Иреной Валентиновной, на память, красивые. Вот видите, а директора уже умеют стоять на сцене, видите, как хорошо. Спасибо вам огромное, бурные аплодисменты, ждем вас в драгоценном корпусе Урала. Успехов, новых званий, здоровья, достижения всех ваших целей, ну и, конечно же, поездок с Faberlic. Коллеги, я в начале нашего мероприятия сказала вам, что у нас сегодня необычное.